Всем привет! С вами Супер Тюма. Сегодня мы играем Пиксель Ган. Привет, ребята! Сегодня играем Пиксель Ган. И что мы сегодня будем делать? А сегодня будем делать то, что мы случайно не заметили в прошлых сериях. То есть, вот когда закончился боевой пропуск, оказывается, что у нас кое-что появилось, что мы можем скрафтить. Просто почему это не как бы не написано? Вот тут вот обычно вот тут там единичка нарисована или еще что-то. А в этом случае ничего не было нарисовано. Вот ничего не нарисовано. Вроде как, если внимательно не посмотреть, то вообще ничего не поймешь. Оказывается, вот мы можем скрафтить вот этого викинга. А это же было оружие этого ивента. То есть это основное оружие, получается, это как дробовик миниган, я не знаю, тоже на него очень сильно похожий. Что, ребята, давайте скрафтим его, давайте скрафтим. Это хорошо, давай. Что один из наших подписчиков нам указал на это, то я в жизни не смотрю. Вот, ну, купил, да, что тут, а вот это. А вот эти оружия там, ну да, когда-нибудь соберется, может не соберется. Оказывается, одна собралась, причем даже больше собралась, чем надо. Нажимаем «Создаем». Какой готовый? Опа! 3. Конечно, ускорим. Конечно же, ускорим. Мы ускорили и собрали предмет. Создан викинг. Все, большое спасибо, ребята. Установлено даже. Даже установлено. И что, еще можно его еще улучшить? Так. Давайте мы его, конечно, улучшим. Но для начала, ребята, давайте мы его сначала протестим. Вообще, как он? Бонус брови. Бонус брони дает. Давайте, Тёма, давай-ка на какую-нибудь карту пойди. И протесть его, ребята, давайте. Ух ты, снайперский турнир начался. Тёма, снайперский турнир, но снайперский турнир потом. Ты сейчас играй давай какую-нибудь карту, какую ты хочешь. Ой. Так, ребята, а теперь Тёмка выбрал в бассейне поиграть. И давай, играй в бассейне, посмотрим, что у тебя выйдет. Сейчас. Так, ты присоединился, уже бой продолжается, но недостаточно долго. Так, ваша команда полностью тут себя проигрывает. А где все? Вон все занимаются убийствами. Так. Ага. Давай. Ух ты, кто тебя там головой? Я его. Призрачным фонарем. Давай дальше. Опа, нормально, убийство в голову. Вот голову ты целься, в голову целься. Это оружие неплохое, Тёмка. Оружие нормально. Давай. Опа, вот он. Ай-яй-яй-яй-яй. Успел. Успел. Ты успел, кое-как успел. Иди подлечись. Подлечился и пошел. Кстати, оно же дает оружие, бонус к броне. Мы так и не посмотрели сначала брони сколько было. Потом посмотреть без этого оружия сколько. Ой-ой-ой, да, вот просто плохо то, что мы сейчас тестируем одно оружие, то есть, соответственно, ты не можешь переключиться на другое шарахнуть, потому что будет как бы не тот эксперимент, какой-то кого-то убил не тем оружием. Вот, давай, Тёмка. Ага. Что это такое? Нет, это был не ты. Ой-ой-ой. Поддержка. Ничего. Поддержка, убийство. Ничего, ребята, я аж замолчал. Но, Тёма, как по ощущениям? Неплохое оружие? Ну да, неплохо. У тебя времени нету сейчас разговаривать. Да нету времени. Ты кошмар. Да напрягаюсь вот так. Ты напрягайся, давай, напрягайся, что-то. А нету патронов. Ну ладно, иди сдохни тогда. Иди все, сдохни. Все, я стою. Нужно нам. Бейте вон меня. Вон патроны же, вон. А, вон? Где? Вон посередине, вот они. Все, давай. Может быть, еще убьешь кого-то. Есть шанс только лечилку. Лечилка не работает. Лечилка будет очень-очень нескоро. Твой питомец кого-то убил. Курито молодец. Курито. Приличный питомец. Гранату кинул. Стреляй, какую гранату? Вот. Убил одного? Конечно. Ничего? Конечно. Ты продал свою жизнь задорого. Давай дальше. 23. Брони. Интересно, а без этого оружия сколько брони?
Так. Так. Что-то тут. Тёмка, вы выигрываете, типа. Ну, не снубите, пожалуйста, тогда. Не снубите. Ой-ой-ой. Ох, повезло тебе. Ох, тебе повезло, Тёма. Он тебя прямо снайперкой в глаз попасть мог. Но тебе повезло, и вы не проиграли. Ну, неплохо. Неплохо, ребята. В общем, классно. Ух ты, ребята, мы перешли в чемпионскую лигу. Это круто, что такое там? Что-то там открылось. Это, а, это скины разные для автоматов, смотрите. Круто, ладно. Вот, ребята, оружие, конечно, было классное. И вдобавок мы еще вот перешли в следующий дивизион и получили разрешение и доступ к турнирам. Круто, слушайте, доступ к турнирам, это интересно. Посмотрим, что это вообще за турниры. Тут, ух ты, какие звероящеры, а мы вообще не в топе. Ну, естественно, что мы не в топе. Мы супер-мупер, супер-пупер, убер-нубищи. Посмотрим, ладно. 100 лучших игроков получат яйцо чести и 50 этих. Надо будет играть, Тёма. Надо будет играть в лучшие строители, лучшие кланы тут. Наш клан вообще он совсем уже сдох, по-моему. Лучшие игроки 17-21 левелов. Это мы все равно почему-то. Прикольно. Так... Среди друзей и так далее. Ну да ладно, это все потом. Давай я тоже поиграю, я не знаю, я не очень люблю. Я больше люблю, конечно, жду не дождусь уже сыграть в этот, как его там, турнир снайперов. Но тут тоже можно будет поиграть что-то. Ну да, ты любитель снайпера. Так, я любитель снайпера. А тут что-то они все прямо так напрашиваются, чтобы я взял снайпера. Вот прямо напрашиваются. Вон там они ходят, ходят. Так, все там прямо. Опа. Так. Убили. Мы его убили. И... А у нас убил кто-то другой. Так, ничего. Ну, конечно же, ты снубишь. Конечно же. Нубство – это же главная часть нашего... Ой, ой, вот так, все, я снубил. Я его снубил по полной программе, дальше что? О, он там стоит, бежит! Вот, вот, все. Ну, молодец, хорошо, я что хоть прицелился. Да я всегда прицеливаюсь, ты не беспокойся. Так. Он там стоит, вот там уже ждет тебя. Кто ждет? Нету никого? Твой противник. Вот, я же говорил, вот, целых два. Вот он. Да, он меня прихлопнул. Ну, ну, умелая стрела. Он умелая стрела. Он умелая стрела. Он умелая стрела. Так, что тут? Умелая стрела, ты где? Он на крыше, я увидел. Иди, на крыше дома моего. Давай сюда. Стреляй, давай. Так. Что тут такое было? А, пулемет чей-то был. Ой, да бежи лучше. Уже надо было убегать. Да. Так, ну ничего, ничего. Да, вперед, 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 вперед. Я хочу уже их побить вот такой рукой. Зачем рукой? Лучше ногой. А лучше не ногой, а носом. Носом, да. Да. А что за опять перезаряд? Я нажимаю перезарядку. Это я ее нажимаю. Вот так. Вот так. Там уже граната напрашивалась. Но гранату мы не будем использовать для чистоты и эксперимента. Чтобы не портилось впечатление от оружия. Так, поддержка, шмоддержка. Стреляй, давай, давай. Вот так. Да, все, подстрелили. Все, теперь бежи. Теперь, теперь, теперь. Вот так. Вот как не вовремя, как не вовремя. Там снайпер. Ага, все, все, все. Бежи вот теперь. Теперь лечилку бегу. Использовай. Теперь бегу. Лечилку использовал. Вот так. Так. Лечилка нас залечила. Бери патроны. И
иди в бой. Иди в бой, вот так. Еще одного, и еще одного, и еще одного не понял. Не успели до конца. Не успели. Нет, еще одного чуть-чуть не успели. Осталось. Так, чуть-чуть. А, все, 6 секунд, и мы проиграли как нубозавры, хотя мы поймали кого-то тут и подстрелили сразу же. Сразу же, но поражение нам. Поражение, и мы сколько штук убили, посмотрим. 11 штук. Ну да ладно, мы, в принципе, вдвоем как-то держали оборону. Как-то кое-как. Прикольное оружие, Тёмка, очень прикольное оружие. Надо его обязательно проапгрейдить. Обязательно мы его проапгрейдим. И привыкнуть играть. Немножко привыкнуть, но, в принципе, как дробовик миниган, но даже мне что-то чуть лучше, чуть больше нравится. Так, что-то у нас питомца нет, нету яиц у нас никакого. Да, готова вылупиться. Ну, вылупляйся. Эпичная обезьяна. Обезьяны они вообще очень эпичные. Да, еще вылупишься. Все повылуплялось у нас, Тёма, с тобой. Мы еще с тобой. У нас даже не осталось ни одного яичка, чтобы сделать яичницу. Так, давайте мы его улучшим. Пускай он улучшается, ребята. Через 40 минут он улучшится, будет 21. Дробовик, кровотечение, бонус брови. Брони. А здесь просто дробовик, Тём. Ну, явно, что вот это лучше, чем вот этот. Мне этот викинг нравится больше. Так что будем играть. И, ребята, если вы видите, тут уже очень скоро мы будем 22-м левелом. И буквально в следующем видео у нас будет очень интересное видео. Мы подскажем все, что у нас появилось в арсенале. И спросим у вас совета, что же можно будет там сделать такого, купить интересного. Денежки мы постепенно набираем, постепенно копим. Никуда ни копеечки не тратим. Да. Ну, посмотрим, что будет. Но вам огромное спасибо, что смотрели наш канал. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. И ставьте много лайков. И всем пока! Пока-пока!